всего большого коллектива, преподавателей, сотрудников, мы рады поздравить вас с новым статусом. Статусом студента Южноуральского государственного университета и Института лингвистики и международных коммуникаций. Первый шаг к интересной студенческой жизни сделан. В Юргу прошли встречи с первокурсниками и вручение студенческих билетов. Первыми поздравили ребят в Институте лингвистики и международных коммуникаций. Встреча прошла в Сигме. Студентам помогли разобраться в первых шагах студенческой жизни. Только положительные впечатления. Очень понравилось мероприятие. Я думаю, это будет насыщенное время. Жду, что получу от него максимум положительных эмоций и запомню на всю жизнь. Аналогичные встречи прошли во всех институтах и высших школах Юргу. В аудиториях ребят встречали кураторы групп, преподаватели и заведующие кафедр. Первокурсников поздравили с новым статусом, рассказали про порядок обучения, познакомились с педагогами и помогли разрешить первые вопросы, с которыми они уже успели столкнуться на пути к знаниям. Значимым моментом стало вручение студенческих билетов первокурсников. И, конечно же, напутственные слова и пожелания директоров институтов и высших школ.